Так, дала анонс в группу сабов, и через какое-то время дам большую группу. Всем привет! Привет! Всем привет! Всем привет! Привет, ребят! Я, короче, накупила нямок в магазине и буду их пробовать, наверное, скоро. Так, я могу на себя посмотреть? Привет, ребята, привет. Всем привет. А чё я отзеркаленная, если не нравлюсь отзеркаленная? Короче, смотрите, какую хуйню купила. Короче, я купила тирамису. Маленькая тирамису. Какую-то маленькую хуйню, какую-то, блядь, не знаю, что это. Типа какой-то, блядь, бисквит, что ли? Ну, не бисквит, а это типа просто какая-то сладкая хуйня, какой-то крем сладкий, вот просто сладкий, сладкий крем. Вот, а помню, я еще купила вот такой йогурт. И он, короче, на стриме он был банановый кислый, а на этот раз я купила с кокосом. Так, что я еще купила? А еще сосисы купила. Ну, сейчас я, короче, буду пробовать. Сейчас я буду пробовать нямы, которые я купила. А потом я выйду во дворик. Нет, давайте сейчас выйдем во дворик. Потому что я со стабилизатором. Вот. Давайте я вам покажу стабилизатор вообще. У меня такой срач здесь. Вот, пойдемте во дворик. Покручусь со стабилизатором. Ой, блин, я же большую группу не дала анонс, точно. Давайте, блядь, надо сначала большую группу дать анонс. Я быстро. Нужно, блядь, кухню. Сейчас. Главное, чтобы стабилизатор не упал. Так. Запустила. Так. Все, все, пошли. Пошли ко мне во двор. Не знаю, можно ли будет с Wi-Fi спуститься, но, наверное, трансляция прекратится, если я далеко уйду. Потому что я по Wi-Fi. О, сейчас велик свой покажу. Вот мой велик. Вот мой велик. Вот старый велик. Вот мой новый велик. Классно? Классно? Это стабилизатор. Стабилизатор. Блять. Вот так вот. Лаги. Короче, там соседка. Сильные лаги, ребят. Сейчас похаваю тирамису, как раз она идет, и потом выйдем во двор. Сейчас буду пробовать нямы, которые я купила. Блин, а почему мне приходится голову переворачивать, чтобы комментарии читать? Может, можно? Во, все, вижу комментарий с компа. Все, нормально, все стоит, окей. Давайте попробуем тирамису, вот такую маленькую. Где взяла стабилизатор? Купила на eBay вроде. Во, сейчас будем хавать такое тирамису. Сейчас ложку возьму. Сколько у меня времени? У меня 9. Не знаю, я не пробовала еще. Сейчас попробую. Оно какое-то липкое, скользкое. Хуль, звук опаздывает. Почему так редко сюда приходишь с печеньем? Ну, здесь, внизу. Сейчас попробую.
Фу! Он какой-то кислый. А здесь горький. Это разве тирамису? Тирамису такой мерзкий, такой пресный. Он даже пресный. Фу. Не. Фу, мне не нравится. Вообще не нравится. Короче, няма, который я обычно беру. Я сегодня пришла поздно вечером в магазин, когда он закрывался. И моей нямы вообще не было. Ее полностью разобрали. Я себе беру няму такую. Короче, там печенье. Слой печенья идет. Потом сливки такие, ну типа сливки. И там в начале джем, сливки, печенье и сверху еще ягоды. Вот это няма, вот это вообще заебись. Что я ем, я больше ничего не ем, это было тирамису стрёмное. Короче, задавайте свои вопросы, я сейчас буду отвечать. Перемешай, лол, что, блядь, тирамису мешать? Чё, блядь, чтобы там вообще, блядь, каша была? Фу, какое стрёмное. Фу, вообще такое стрёмное. Это не тирамису, это было тирамису. Приезжай, пожалуйста, в Россию с фан-встречей, все. Да, это было бы прикольно, да. Да. Я планирую приехать, ну, где-то ближе к зиме. Отвечай на почту чаще. Я стримила и была в магазине. Как я могу ответить? Как я могу ответить на почту, если я пошла в магазин и стримила до этого 2 часа? Какой у тебя вес? Не знаю, где-то 45, может, 46, 47. Ну, может, я похудела. Короче, я в последнее время. Ну, я взвешивалась еще весной, и я весила где-то 46-47. А сейчас я, наверное, похудела, потому что нихуя не жру. Потому что ёбаная жарень, блядь. И мне лень готовить. Я еще на велике езжу каждый день, да, так что я должна была похудеть. А рост 1,80 м. Да, я велик показала в начале. Самый большой донат. Единоразовый. Да, наверное, ну, вполне могла на лицо похудеть, потому что чем больше я занимаюсь, тем у меня острее лицо становится. Да, я всегда была худой. В каком городе? В Чебоксарах. Нет, это 2 моих велика, просто один старый. Сердечки не знаю, как убрать. А что это без чокера? Где мой чокер? Где мой чокер? Давайте свет поменяем. Ну какой? Не меняется. О, желтый. Желтый мне идет? Ну фиолетовый самый пиздатый. Ну фиолетовый самый пиздатый. Это такой был? Можно еще синий или зеленый попробовать. Вот все цвета, которые есть. Короче, пишите, как вам сделать. Скоро будет влог. Влог, не знаю, я делаю летсплеи. Ну как влог? Влог, чтобы делать влог, там, ну, надо что-то интересное, блядь, не знаю, иметь там. Не просто же, типа, вот я встала, пошла, не знаю, типа, ну, если бы я поехала на море, да, я бы, наверное, запилила влог. Но меня мамка не везла на море, так что не знаю, куда поеду, сделаю влог. Да, на Майнкрафт будет, но не в этот раз. В этот раз на Black Desert. Красный. О, красный классно. Красный классно, мне нравится. Да, опять рост. За сколько велосипед? 300 €, по-моему.
У меня сначала был за 100, за 150, и у меня, короче, засосало петух, и мне пришлось, короче, я не стала его менять, первый велосипед, я его просто, короче, сдала и купила другой, потому что, блядь, если бы я купила такой же за 100, он бы тоже, блядь, там наверняка тоже, блядь, петух бы не работал, тоже бы его засасывало. А что, я не понимаю, почему, блядь, в Перископе могут писать не все? Почему не все могут писать, блядь, как это можно? Это можно вообще убрать? Мне не нравится такая хуйня, блядь, что за хуйня? Почему, блядь, может, какие-то дауны только могут писать, блядь, а остальные не могут, блядь? Карина, почему ты так редко сюда приходишь? Не знаю, смысл мне каждый день перископить? Ну, я, типа, если не стримлю, значит, пилю видео. А если, блядь, я стримлю, значит, видос у меня вышел. Потому что, ну и что, и что? Типа, если я хочу, чтобы все могли писать. Нагрузка большая, да что за хуйня? Когда новая рулетка, не знаю. Ну, типа, надо какой-то прикол придумать, наверное, с рулеткой, потому что, типа, спрашиваю, что за хуйня? Почему тебя все узнавали, блядь? Чё, я так неинтересно? Да просто там других не было людей. То есть, наверное, в следующий раз я не буду сразу давать анонс, то, что я там иду в рулетку записывать видос. Просто как бы мне попадались дети, которые спрашивали, привет, Карина, я буду в видео. И все, вот просто, привет, Карина, я буду в видео. Привет, Карина, я буду в видео. Ну... В первой рулетке я без анонсов просто пошла в нее и типа там попадались еще люди, которые меня не знают. Почему у меня глаза, кстати, голубые? У меня глаза, кажется, голубые. Нет? Мне кажется. Что, где узнаю? Да, у меня реально глаза голубые. Глаза. У меня реально глаза голубые. Кукинг, тирамису. А тирамису надо печь, по-моему. У меня нету в этой самой. Духовки у меня нет. Блин, я, конечно, хотела бы печь всякие пироги. Я бы вообще хотела, короче, спечь пирог с вишней. И такой еще с тестом песочным. Да, я его обожаю. Я бы его обязательно спекла, но у меня... Духовка, короче, она очень грязная, я не хочу ее мыть. Она в лобковых волосах. Она зашкварена. Да, конечно, умею готовить. На что на майке написано? Какой-то, блядь, этот... Как его звать? Белка, что ли? Бурундук. Да, стримить, ну, Twitch будет где-то завтра, послезавтра, потому что мне сегодня надо монтировать видос. И послезавтра, наверное, я буду стримить, скорее всего, в косплее. Что я делаю с соседними мудаками? В смысле? Чё, ничего не делаю, игнорирую. Синий, давайте попробуем синий. Бля, не ставится. Ну давай! Чё-то не ставится. Во! Во, синий. Синий прикольно. А, у тебя же на канале списали 20 тысяч, да. Да, ну всех списывали, типа это нормально. Ну я вообще не поняла, вообще. То есть, почему каналы, которые, блядь, крутят, и это типа все знают, вот именно у каналы, которые крутят, там списало по 500, блядь. А у нормальных, блядь, вот реально по 20, по 30 тысяч. Что за хуйня? То есть боты, блядь, надежнее людей? Серьезно? Что за хуйня? Да, у меня однокомнатная. У меня студия. Просто кухня и кровать. Светильник? Это не светильник, это стол у меня светится. И срач. Бля, ну нахуй я это показала, мне надо обратно стабилизатор поставить. Ну вот, меня было лучше видно, теперь у меня голову не видно. Блять. Чё, мне теперь ниже сесть?
покажи комнату, там срач. Там срач и темно, вообще ничего не видно. Лучше этого не видеть. Какой у тебя натуральный цвет волос? Такой, я его не красила. У тебя одна бровь выше другой. Ёбаный в рот. Корявая, блядь. Не умею красить. Чё, я не знаю, кто такой Вишневский. И сколько у него списали. 2 видео про Эликс с айфона снято? Да, с айфона. Летсплей с синяком? Не знаю. Да, живу в однокомнатной. Никогда не перееду. Я же уже говорила, что я не перееду, потому что нет интернета. В новую квартиру я не буду переезжать. Да никогда не перееду, не перееду. Крашусь. Сейчас вообще мало стараюсь. Не знаю, минут 15. Блять, это, короче, можно забанить у ебанов, чтобы, короче, блять, нормальные люди могли писать. Мне интересно, можно так сделать? Типа, если я буду банить даунов, то нормальным людям будут, типа, места. Так будет? Так может быть? Да. Блять, ну это мне надо на телефон нажимать. Бани фагов. В честь их кинуть. Какой у тебя рост? 1,80 м. А вешу где-то от 40 до 45. А мой любимый цвет фиолетовый и розовый. А какие еще вопросы? Парни у меня нет, я не предпочитаю никаких парней. Вот, у меня нет никаких предпочтений в парнях. Вот. Какие еще, блять, вопросы? Какие еще могут быть вопросы? Какие еще, блядь? Что я еще пропустила? Нет. Да, я девственница. Нет, я не лесбиянка, я просто девственница. Любимый стиль одежды. В смысле стиль одежды, блядь? Стоник. Маникюр, он у меня стрёмный, мне вообще не нравится эта хуйня, блядь, нахуй сделать эти точки ебучие, что это за параша, блядь, я думала нормально будет, я думала мне больше точки сделают, это еще какая-то хуйня, лучше бы вообще без них была. Тебя не продует? Да мне вообще, заебись, в смысле продует, блядь, у меня 30 градусов, блядь. Да, фан-встреча будет в Чебоксарах. Кстати, мне понравилось валяться на кроватке в перископе, так что, может, если я устану, пойдем в кроватку. Как называются светящиеся кроссовки у тебя? Не знаю. Просто с китайского магазина любого закажи. Сколько мне лет? 14. Ну, не знаю, в кроватке, наверное, жарко. Можно будет выйти на улицу, но там уже темно. А Асэмпэра стрим? Да, можно. Асэмпэра можно. Я вообще хотела без макияжа постримить, потому что, типа, лето. Течет все. У меня есть твоя фотка, школьный класс. Слушаешь кей-поп? Конечно, я люблю буряточек. Конечно, слушаю. Так, а чего? Па-па-па-па-па-па-па-па. Покажи улицу, пожалуйста, и проведи по комнате с камерой. У меня в комнате темно. И на улице тоже темно. В какой стране живешь? В Испании. Да, блядь, в смысле? И
Вич Хаус, конечно, Вичуху, да. Вичуха. Вообще, Вичуха уже не модно. Сколько градусов? 30. Какой трек про грибы? Пушку купи для полного образа дивы. Блять, и что? И типа я еще нахуй буду ждать ее, блять, 2 недели, блять, с Алиэкспресса, чтобы, блять, стримить? Вообще можно было бы дозаказать, и типа в этом костюме я могла бы ходить на всякие... На всякие фестивали. А можно было бы еще наушники докупить и парик, но парик, в принципе, не нужен, но наушники надо. Да. Как там дела с Ферамиром? У Ферамира умер мозг. У Ферамира умер мозг. Мне очень его жаль. А вам его жаль? Нет, я не курю и не курила. И не буду курить. Под кого косплей? Под Диву из Овервотча. Дива из Овервотча. Что я кушала? Я сегодня кушала яичницу. Сосисой. Чуть-чуть. И вот сейчас тирамису попробовала. Стрёмная. Вообще стрёмная. Когда выйдет осенью, да, Outlast 2 буду играть. Да, я буду в Outlast играть обязательно. Где там твой планшет, я без понятия, не знаю. Вообще не могу его найти. У меня нереально что-либо найти в моей хате. Нереально. Есть фотки, где ты пьёшь. Классно, я пила на СВДР. И чё? Я не говорю, что я вообще не пью. Мне не нравится такое зеркальное. Хочу наоборот зеркалить, как я себя вижу. Что думаешь насчет Коли Хейтер? Ну, прикольно. Прикольно. Прикольно Ларин снял. Блин, ну не знаю, это типа такой трек зашкварный. Разве это не зашквар для него? До туда катаю. Сколько раз в день я ем? Один. Блять, что тебе больше нравится, Коли Хейтер или Патимейкер? Блять, ну, наверное, Патимейкер, потому что, блять, Коли Хейтер, блять, про какого-то пидора, блять. Видела Окси вживую хоть раз. Блять, чё? Будет Dead by Daylight, да. Ну, типа, я сейчас играла в Outlast, наверное, Outlast надо пройти. Снимаю побольше видосов. Очень крутые, спасибо. Да, я снимаю. Снимаю. На каком велике оператор ёбнулся? На втором, который у меня во дворе стоял. Гостримы из хорроров, да. Прикольно, были бы хорроры. Но я просто не знаю, в какие играть. Блин, мне реально вентилятор глаза сушит, реально. Смотрела версию с Мироном и СТ. Да, смотрела. Ну, я мотала. Как смотрела? Ну, блять, этого СТ я мотала. Блин, как же мне глаза все-таки сушат это, блядь. И что я не... А, кстати, у меня окно закрыто, мне надо его открыть. Может, даже сейчас на улицу выйду. Сейчас попробую на улицу выйти. Спалили срач мой. Тут коти были. Тут коти были, а сейчас их нет. Это я в отражении, смотрите. Коти были, а сейчас ушли. А это велики. Это мой велик. Где больше света? Так? Так больше света?
Так неудобно комментарии читать. Я же тогда, блядь, с компа читала. А сейчас я вообще их не вижу, они перевернутые. Как мне читать комменты? Почему я расписалась? Потому что я только стрим закончила. Блять. Легко читать, да. Да у меня и так перевернут экран. Блин, рука устает вообще, пиздец, этот стабилизатор держать. Так, вроде нормально. Чё? Сука, нихуя не нормально. Короче, обратно домой пойду. О, давайте, короче, читать комментарии. Я люблю читать комментарии. На Ютубе сейчас почитаю комментарии. Что же пишут? И в Инстаграме. Ой. Во. Распишись, блядь, да. После стрима. Так, где мои комментарии? Под последний видос. Там просто так разбушевались жирухи, блядь. И любительницы мамкиного борща. Собираешься переходить на Ютуб? Ну да, 50 на 50. Когда видео? Скоро. Скоро, монтировать сегодня буду. Так. Карина слишком худая, ёбаный в рот, блядь. Нихрена ты спичка! Блин, в смысле, Карина, не матерись, я в конце видоса чуть-чуть, блядь, вставила, как я психанула, чуть-чуть. И, блядь, все, типа, ой, смотрела весь видос, было так классно, пока под конец, это хуйня. Мой Ерик второй. Боже, такое чувство, что блядь. Просто в конце видоса я вставила, блядь, типа, что происходило за кадром. Почему? В смысле анорексичка? Я не анорексичка, за мной все нормально. Это нормальный вес. Я не виновата, типа, что, блядь, у остальных ноги жирные. Пиздец, она скелет. Опять видео испорчено, опять видео испорчено. Почему, блядь, матом видос испорчен? Веса поднабрать. Где смысловая нагрузка в видео? В чем смысл видео? Просто 4 минуты какая-то малолетка катается на велике, и что? Просто, блядь, красиво снято, блядь, уёбище, сука. Не хочешь, не смотри, иди нахуй, блядь. Хули ты кукарекаешь вообще, блядь? Чего ты ожидал, блядь? Карина в первый раз катается на велике, блядь. Чего ты нахуй ждал? Какой нагрузки, блядь? Какой нахуй нагрузки, что этим великом, блядь, твоего деда ебать буду, блядь? Такая нагрузка, нахуй. Ебать, она доска. Доска. Блядь, растолстеть килограмм на 10. Что? Что, блядь? Какие кроссовки?
Какие кроссовки? Сколько весишь? Я уже говорила. Хуй знает сколько раз. Нет, мое поведение — это не образ на камеру. Я реально такая поехавшая шкура, матерящаяся, сори. Больше фоток в Инстаграм. Ну, я стараюсь в Инстаграм выкладывать самые нормальные фотки, самые-самые. Ну, типа, не всякую хуйню, блядь, а прям вообще. Да ёбаный в рот, блядь! Где я купил стячие кроссовки? Вы посмотрите на любом, блядь, китайском сайте, у любого продавца на Алиэкспресс. Везде их можно купить. Она психически больна, может заорать на всю улицу из-за того, что Wi-Fi пропал или в игре проиграла. Что, блядь? Что, блядь? Как ты подписана в инсте? Шириша Нюа. Нюа. Почему не перееду? Потому что некуда. Кость, фу. Тупо анорексичка. Где ты одежду себе заказываешь? Оранжевую толстовку. Я в реале ее покупаю, потому что заказывать. Я заказывала одежду, и мне вообще ничего не понравилось. Типа я с Асоса заказывала, с Алиэкспресса что-то заказывала, мне ничего не понравилось. Проще в реале это пощупать, примерить и купить. Ну, блядь, на Алиэкспрессе вообще такое говяное качество вообще. Ну, типа там только косплей можно заказывать, того, что в реале не можешь купить. Какой Амазон? В смысле, блядь, у меня нет колонок, как я Амазон включу? Блин, печально, что не все могут писать, это мне очень не нравится. Мне вообще это очень не нравится. Лучше бы тут реально быстро чат шел. В КС? Не знаю. Я бы хотела в транзистор поиграть. Может, на стриме. Тебе понравилось играть с Игорем Синьком? Да, вообще. Тащили. Сколько мониторов у меня? 2. Да, я тут и читаю. Тут я и читаю комментарии. В смысле забрось? Не знаю, куда надоест. Сколько у меня времени? 21:44. Самый большой донат. Единоразовый? Ну вы пишите там, блядь, за один раз, типа, или много. От одного человека. Продам место с трансляции, класс. Как ты относишься к Фирамиру? Мне его очень жаль, потому что у него умер мозг, вам бы тоже его пожалеть, потому что, блин, кому такое пожелаешь? У человека умер мозг, он у него просто вымер мозг, просто умер, у него умер мозг, и ему вроде как отрезали писюн, но это я не знаю. В кроватку, может быть, пойду, когда устану. Это гургалку дали быка. Классно, а у меня, блядь, как бы 212 тысяч подписчиков. И я не знаю, нужна ли она мне. Типа, какой смысл от нее? Ну, блядь. У тебя на стене наклейки, да. Да, скоро будет серия, я сделаю по нему летсплей.
купи капли для глаз. Типа капать, чтобы от вентилятора. В смысле, если мозг умирает, то все человек выживет. У него тело живет, а мозг нет, у него мозг умер. У него так мозг умер. Не, мои глазки все еще сушатся, потому что мне кажется, они у меня накрашены. А когда они мне не накрашены, у меня лучше. Да, очень сушат. Да, играл сегодня в Outlast. Да, мне очень нравится петь. Да, мне нравится петь буряток и там, не знаю, и банько. Глупо контри сервер свой сделал. И зачем? Зачем сервер контри? Да, мне тоже больно, но у меня нет другого выбора. Сколько за компом сидишь? Все время свободное, как просыпаюсь. Недавно Хованский говорил, что ты шлюха, правда? За чё? Чё я сделала? Неправда. Как я могу быть шлюха? Я же девственница. У меня 300 градусов. Зрение какое у меня, не знаю. Не знаю. Не мерила. В смысле, это мои губы, а чьи это, блядь, губы? Я не знаю, какое у меня зрение. Какие, блядь, грибы? Че за грибы, нахуй? Да, я понимаю. У меня просто, короче, в доме нельзя ставить кондиционер, потому что он старый. Он будет портить вид. За компом просишь зрение. Чё? Типа сейчас новые мониторы, которые не портят глаза вообще-то. Если у тебя, конечно, блядь, не старый какой-нибудь. Почему последний раз болела? Что, в смысле? Почему болела? Прикинь, я нормально вижу, у меня просто глаза сушат. Грибы отпусти. Чё, какие грибы, блядь? Чё за прикол, блядь? Как ты ухаживаешь за волосами? Я их мою, и всё. Короче, ребят, вот, у меня выбор был. Типа, я подумала, может, мне прическу поменять, типа, покраситься, шату уже сделать, ну, вот, где-то до сюда, типа, ну, блондинка больше стать. Ну, как блондинка? Я вообще хотела серый цвет себе, ну, на концах, шатуш серый. Вот, но потом я подумала, блин, не знаю, а стоит ли мне вообще прическу менять? Ну, ведь много тёлок с шатушем ходит. Вот, и, короче... Не знаю, может, вот пробор себе здесь сделать, как-нибудь поменять. Нет, не крась. Испортишь? Ну, не знаю, типа... Образ может быть, да, ну как образ, но типа... Другой стану. Ну, внешне. Да, красный это было бы классно. Мне нравится красный. У меня, короче, был малиновый, синий, зеленый, розовый. И все вроде. И, короче, я еще это перемешала. У меня там фиолетовый был какой-то такой. И у меня была короткая стрижка тогда. И потом я больше вообще, ну, вообще нет, не красила волосы, я потом отращивала. Ну, у меня, короче, осталось немного на концах, вот. Ну, или это может, это могли выгореть, в принципе.
топ-кек. Чё, блядь, все про пизду заговорили? Чё за хуйня? У тебя свой? Да, у меня свой, я их не красила. Чё по стрим с линзами? Нахуя мне стримить с линзами? Они старые. У меня пизда, блядь, будет зрение. Они старые, блядь, и у тебя голубые линзы. В смысле? Сейчас? Сейчас нет, у меня я сейчас без линз, и у меня зеленые вроде как глаза. Какие у меня глаза? Да, у меня есть голубые линзы, но я их очень давно не ношу. Очень. Как твоя мама отнеслась к стриму в первый раз? Удивилась. Я не знаю. Не знаю. Да не буду я твои грибы, блядь, смотреть, ты заебался своими грибами, блядь. Да вы заебали, почему несколько людей, блядь, пишет про грибы, что за грибы? Найди ссылку на грибы, какие грибы, блядь. Смотришь YouTube? Да. Да. Да, это так. Карина, что тебя сподвигло на YouTube? Мне просто... Меня заебало каждый день стримить. Заебало просто так часто стримить. Нам нужно какое-то разнообразие. Любишь грибы белые? Белые. Какая у меня любимая игра? Из чего? Какая погода? Мне жарко. Очень жарко. Хуйбы, блядь, заебали в натуре. Чё? В смысле, блядь, меня просто заебало каждый день стримить. Блядь, я захотела разнообразия, блядь. Не знаю, видосики, может, поснимать. Чё, блядь, в смысле, я просто устаю. У меня хотя бы времени больше появилось, блядь, на велике ездить, гулять там, не знаю. В смысле, блядь, мне просто так сало удобно. Просто вот так. Я захотела, может, перерыв взять. Да, жарко. Снимать Sims? Блять, Sims нет, наверное, нет. В смысле, что пердит? Это стул пердит, блять. Я не знаю, может, это вентилятор, ёпта. Сделай видео, как ты красишься. Зачем? Зачем? У меня не бьюти-канал, вроде как. Ватов. Как велик называется и сколько стоит? Стоит где-то 300 евро. Как называется?
Сейчас посмотрю, у меня в Инстаграме хэштег был. Сейчас посмотрю. Как называется, точно не знаю. На Дикатлоне можно посмотреть. Бетвин. Вот, от Бетвин. От Бетвин. Грибы на песте. Ты делала губы? В смысле делала губы? Как это? В смысле красила? Ну да, немного. Коллаборации с блогерами. Коллаборации, коллаборации, коллаборации. Да. Не знаю. Строю на место модеров. Блять, какой-нибудь ебанутый может выиграть, какую-нибудь хуйню делать у меня в модерах. Зачем такое делать? Сделай шрум-тур, если бы у меня была нормальная квартира и нормальная комната, наверное, да, сделала бы. У меня за спиной это стол обмотанный лентой. Видела клип Пинжаки на Саб 2? Нет, в смысле, какой клип? Блядь, давайте еще больше вопросов про рост. Еще больше вопросов. Включи другой цвет какой. Ну, это вроде нормальный. Ой-ой-ой. Тебя там, в смысле, год ВИЧ стрим лучше. Я подстримила сегодня. Я в следующий раз буду дольше стримить. Ну, типа, сегодня мне не получилось долго постримить, потому что мне магазин надо было, и у меня глаза очень сильно заболели. У меня не лысая коленка, а у меня вот это, у меня дырка. У меня, короче, дырка, но не на том месте. Вот, смотрите, тут, типа, дырка должна быть вот тут вот, на коленке. А у меня дырка вот здесь, блядь. Потому что, не знаю, под мои ноги нету джинсов. Вот. Вот тут, блядь. Покупать камеру? Ну, может быть, я куплю эту маленькую, как ее звать? Забыла. GoPro, ёпта, GoPro, бля, GoPro, ебак, GoPro куплю, может, GoPro. Да, я длинная, и под меня нет джинсов. Блять, либо джинсы, либо не в обтяжку, и, ну, как бы они там не висят, и с дырками на нужном месте, либо они вам не в обтяжку, но дырки там на другом месте. Чё купила в магазине пожрать? Я купила всякой нямы. Ну, на самом деле, не нямы, я пробовала не очень нямы, потому что мою няму разобрали. Тирамису невкусный, какой-то безе. Безе. Да, лучше будошу купила. Стрим, наверное, да, послезавтра, потому что сегодня я монтирую, доделываю видео. Где мой мерч? В смысле? Лежит. Цвет на зеленый, давайте на зеленый попробуем. Странный какой-то. Ну, поменялся? Поменялся? Короче, пойду дверь закрою. Ну что, нормальный цвет? Ч?
что, нормальный цвет? Поменялся. Нет, это не лампочка, это стол просто лентой обмотанный. Бомж пакетов, не знаю. Я просто не знаю, на что это снимать, как бы. Как это снимать, не знаю. Может быть, сделаю. Вообще, типа, я смотрела обзоры на японские конфеты. Мне кажется, это прикольно бы было. Но я не знаю, где их достать. Почему я не могу здесь читать комменты? Почему мне надо их читать на компе? No makeup. Что значит no makeup? Где жрёшь в маке? Где жрёшь? В маке? На зеркалку. У меня нету подходящего этого объектива. Сколько у меня уходит времени на обработку видео? Смотря какого. Ну, блядь, просто в смысле, я не знаю, как это на iPhone снимать. И где... Ну, просто, как бы, блядь, для этого вообще-то нужно место. То есть, типа, мне нужен стол. Но у меня стол как бы занят. Стол, где я могу поставить камеру. Ой, мне надо телефон зарядить. Стол, где я могу поставить камеру и записывать. Место, где я, блядь, могу эту хуйню. Ладно, короче, поперископлю, пока у меня не разрядится. Короче, у меня такая хуйня, у меня разъем закрыт стабилизатором. Короче, я буду перископить, пока просто телефон не офнется. Какой у меня телефон? iPhone 6s. Хочешь кнопку? Ну, типа, за миллион. Может быть, хочу. Не знаю, зачем она. Каким браузером? Яндекс браузером, блядь. Да, я буду перископить до последнего. Ногти стрёмные. Ты перешла? Нет, я не перешла, я не обновляла. Вот как я купила телефон, я ни разу не обновляла. Мне не нравится такой цвет. Узнает на улице? Кто меня, блядь, будет узнавать на улице? Кто? Итальянцы? Испанцы? Один раз только узнали. На какое лечение? От грибов? Сколько зарядки? 20%. А у тебя бровь одна выше другой. А ты чё такая худая? А у тебя губы сделанные? Сними видео макияжа. Не знаю. Это будет как-то странно от меня, мне кажется. Стрим послезавтра. Скорее всего. Мне нравится такой цвет, я всегда с ним сижу, и он просто охуенный. Я вешу от 40 до 45. На тебя сосед жаловался, когда ты футбол смотрела? Да. Но что-то, блядь, на следующий день, когда там фанаты орали, он не вышел им пизды давать, он пришел только ко мне, блядь, возмущаться. Какое твое отношение к Фрэм? Мне его очень жаль, у него умер мозг, у него просто ripe мозг, ripe mind, ripe... Как мозг? Rebrain, окей, rebrain. У него просто rebrain. Very sorry, man. Really appreciate it. Сними видео, drop my life, room tour. Мой повседневный макияж, какими тампонами я пользуюсь. Кариша, где хромакей лежит свернутый, а чё, где он должен быть?
Какие языки учишь? Я и так три знаю. Итальянский, английский и русский, в смысле. Русский я не должна знать. Наверное, два. А, еще я и украинский знаю, да. И, три. Что сказать? Вы-то говорите, блядь, пишите, скажи что-нибудь, что. 750 фактов обо мне. За кого я болею на футболе? Конечно, за Россию. Россия победит. Ня. Россия победит. Я откуда? Я из Испании, в Чебоксарах. Блин, что поговорить на итальянском? Я не знаю, что мне говорить. Скажи по-итальянски привет любимым Сава. Чао, амори, Саби! Чао, амори, Саби! Я не знаю, как Савы по-итальянски. Сабскрайбери! Италия или Германия? Ну, Италия. Россия не вылетела, это неправда, неправда. Они будут играть и не выиграют. Не выиграют. А у Ферамира умер мозг. Учила ли немецкий? Нет. Россия уже победила. Россия уже победила. В смысле, подписывайтесь на меня на Твиче, это точно так же, блядь, как на английском будет. Дамбонами. Не пользуюсь дамбонами. Не пользуюсь. Не пользуюсь дамбонами. Каким фриком? В смысле, каким фриком? Кто фрик? Кто фрик? Карина, тебе не одиноко? Нет, у меня есть вы. У меня есть вы, ребята. Мы с вами сидим лампово. Общаемся. О том, какой у меня рост, вес. У тебя на Твиче несколько прикольных пиндосов уже, в смысле, на канале, в чате? Да не кажется, что волосы фиолетовые. А я хотела себе фиолетовые волосы делать, но у меня не получилось, у меня получились синие волосы. Потому что я помешала фиолетовые, я купила слишком темный фиолетовый и еще розовый смешала. У меня вообще говно получилось, пиздец. Хочешь вернуться в Россию? Ну, может быть, да. Ну, в смысле... Просто приехать на какое-то время. С какими туберами? В смысле? О чем? Не знаю, я, блядь, не считаю, что-то типа особенное, блядь, с кем-то пообщаться, ёпт. Потому что я никого не смотрела, ни в кому не фанатела и не фанатею. Ни по каким ютуберам. Потому что я считаю, что это все хуйня и все это скучно смотреть. Я не смотрю ютуберов. Если я смотрю, то я смотрю какие-нибудь скандальные хуйни, типа, пусть говорят. У меня ветер только потому, что я живу на море. У меня дом на берегу моря. Вот ветер мне в лицо. А коллекции порванных трусах? У меня нет коллекции порванных трусах. У меня только одни порванных трусах. Я их не ношу больше. Говноедка. Что?
Нет, это не вентилятор, это ветер с моря. Кстати, я, может, скоро поеду на море и сниму видосик. Да, может быть. Красный, но я уже делала. Мне вот такой больше всего нравится. Конфликт зануды, что какой конфликт? Был какой-то конфликт, чё, я что-то не знаю об этом. Ты не смотришься в этой компании. В смысле, почему фриков? Почему фриков? Это обычный майнкрафтер. Есть тату? Нет. Я вообще такая цветная, я не курю, не пью, матом не ругаюсь, татуировок нет, вообще просто действенница, святоша. Кто может быть? Вот вы просто идеальные тёлки, нет, просто. Смотришь, как престол, я остановилась на 5-м сезоне, по-моему, или на 4-м. Давно ещё. Лол, короче, у меня, походу, мало очень батарея осталась, потому что меня залагало. О, да. Ну, походу, сейчас софнется. Телефон. Или интернет вылетел. Так, я есть, я в прямом эфире сейчас. Я хоть попрощаться успею.